Желающих войти в новый состав Общественной палаты Ленинского района в этом году было как никогда много. Социально активных граждан в муниципалитете стало больше, и люди чувствовали в себе силы возглавить общественное мнение. Но после долгого и внимательного рассмотрения кандидатур, а процесс формирования обновленного состава занял больше 3 месяцев, наконец стали известны члены созыва этого года. Важно познакомиться со всеми членами Общественной палаты и понять, какие они занимают, может быть, функции у нас, как в Ленинском районе. Я психолог, я организатор разных мероприятий, не только как с направленностью благотворительности. Поэтому умею с людьми общаться, люблю это делать. Общественная палата обновилась на 2/3. Некоторые из тех, кто был ее участником раньше, остались на своем месте. Для Вячеслава Красноноса это 2-й созыв. За 3 года он провел большую социальную работу. Его бесплатными юридическими консультациями воспользовались более 100 человек. Я как адвокат считаю своим долгом помогать жителям Ленинского района. Я хочу продолжать также оказывать эти бесплатные юридические консультации. Надеюсь, новый председатель Общественной палаты меня в этом поддержит и буду в этом же направлении работать. Настрой на работу у новых членов Общественной палаты серьезный. Каждый с учетом имеющегося опыта и занимаемой должности желает привнести свой вклад в развитие структуры. Надеюсь, что люди, кто сейчас туда попали, знают, зачем они туда пришли, и как-то будут все-таки поддерживать интересы граждан, да, и освещать в том числе, да, работу администрации и всех муниципальных, как бы, органов власти. Если одним интересна социальная политика, например, поддержка спорта, молодежи, многодетных семей, детей-инвалидов, то другие видят свой вклад в помощи и консультации предпринимателей или защите природы и животных. Но как бы там ни было, каждый новый член Общественной палаты прежде всего должен быть полезным обществу и доносить интересы граждан до власти. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.